Хей, гайс, в общем, мы продолжаем пройти руку под названием Вупа. Окей, мы с вами в Попо городе. Поэтому сейчас мы с вами отправляемся куда-то. Я вот видел здесь еще вот спуск, да, вот он. А, типа рыбалка. Дешевый, так, рыболовный крючок. Используется удочку и, возможно, все накупает. В смысле? Я же уже использовал на банку, разве нет? Почему у меня не улучшилось оружие? Скорее всего, нужно наоборот сначала этот кинуть, потом ведерко. Все равно, что не шарю. Привет, Аруко. Инструктаж. А типа это не считается шваджиганом, да? Жвачный заряд цветочный. Давайте попробуем. Wait, what? А, то есть это одно и то же, просто я в шляпке. Ха. А это... Неплохо, неплохо вообще. Так, один. Тогда это три. Я думал сначала это имбово, а теперь я понимаю, что... Нифига, и вот это уже стало жесть каким. Что-то полный расстрел. Ну сейчас мы тогда с вами будем собирать деньги, чтобы я купил остальное. Давайте тогда посмотрим два фильма, которые я могу сейчас посмотреть, да? Так, где оно? Кажется, это... О, чё-то пленка, круто. Давайте посмотрим, о чем это. Гигантское колесо. Вроде планируется построить гигантское колесо в чудо-пленке. Отлично. Ах, это похоже на технический план аттракциона. Посмотрите на размер. Я уверен, что будет отличные виды на окрестности.
Ах, вот как это будет выглядеть. Ладно, выглядит красиво. Я не могу дождаться этого. Погоди. А каким гигантское колесо снова должно быть? Вау, вы выглядите счастливым. О, я сделал это диафильм. Давайте посмотрим, о чем это. Здравствуйте, это Александр, и я чувствую себя сегодня очень энергично, как насчет вас. Сегодня я строю рядом с одной из фиолетовых труб, которую вы могли увидеть вокруг центра. Зачем они здесь? В чем их цель? Они используются для переноса вумов через центр для быстрого доставки к месту назначения. Время очень ценное, и чем быстрее вы сможете добраться до места назначения, тем лучше. Но трубы не только эффективный способ добраться до места назначения самостоятельно, вы также можете использовать их для транспортировки объектов через весь город. Фантастический первым дом вумов начал адаптировать эту систему для перевозки продуктов питания для своих жителей. Какая же кучка ленивых вумов. Жаль, что у меня не было времени есть еду. Трубы были постоянно великолепны. Тубиасом, владельцем компании Тубукус. Рекомендуется воздержаться от употребления любого вида еды из закусочной бари перед поездкой через трубу. Хорошего дня. Моя память сейчас не так, что было раньше. Эти трубы заставляют меня чувствовать себя нехорошо, мне они не нравятся. Вот почему мне нравится быть в старом городе, здесь нет никаких труб. Разве жизнь в старом городе не прекрасна? Я сделал этот диафильм, давайте посмотрим, о чем оно. Привет, это Александр, и сегодня пришло время для другого диафильма. Я стою рядом с большим зданием. И если вы какие-то странные звуки. Конечно же, это фабрика. Город Попа, это большое место, и нам нужно этого электричества, чтобы оно работало. Вот для чего нам эта большая фабрика. Любой вум приветствует здесь, чтобы помогать генерировать электричество. Электричество генерируется прыжками вверх и вниз по механизму. Я бы и сам это сделал, но у меня есть более важные дела. Как, например, сделать эту удивительную диафильм. В любом случае, энергия, создаваемая прыжками, преобразуется в электричество. И это дает власть городу. Удивительно. Вот и все. Хорошего дня. На сегодня все. Хорошего дня. Я действительно сделал это. Я не помню. Спасибо. Так, все у нас. А могу ли я увеличить еще раз? Так сказать, пушку. Свою гангстерскую пушку. Получается, чтобы я бежал сверху. Так вниз, может быть, мне даже и надо. Если хочу достать то, что там снизу. Но мне придется все равно переплыть через эту херню. Ну, погнали. Ладно, сейчас отхилюсь от врагов. А, я не могу типа присесть и стрелять. Подожди, мне теперь тройка не попадает, да?
Вон оно что, у меня теперь троечка. А, не, 4 даже выпадает. Так, у меня должно быть еще КП. Все, 19. Поехали далее. За фильмом. Так, а теперь обратно. А, то есть сейвинг, он еще полностью восстанавливает КП. Странная какая-то рыба. Ну ладно, мне повезло, я забрал то, что мне нужно было. Так, есть ли смысл плыть в правую сторону? Вопрос. Так, здесь нету ничего. Ну да, так, в принципе, я бы просто приехал. Так, центральный город. Магазин. Так, теперь главное не запутаться. Всем привет! Кажется, ты знаешь, как уничтожить вещи. Прости, мне просто очень нужна помощь. А в чем проблема? Как ты, возможно, знаешь, я владелец индустрии Tubians Incorporated, поэтому организация это труба, идущая в город Пупу. В последнее время город становится настоящим грязным, и что из труб вылезают какие-то злобные паразиты и кнефты. Мне удалось заманить много кнефтов в мою недавно построенную тюрьму, которая находится в дальней части этого здания. Но там их так много, я не думаю, что я сделал клетку достаточно прочной. Так что я отчаянно нуждаюсь в профессиональном дезинсекторе. Сегодня ваш счастливый день. Спасибо. Подготовьте свое оружие и следуйте за мной. Мы на месте. О, мальчик, я надеюсь, ты справишься. Хорошо, я собираюсь закрыть эту комнату. Так, на всякий случай. Удачи! В принципе, я говорю, почти то же самое, что и... Ой.
Подожди, это уже и босс есть? Звук откуда-то справа идет. О! Все? Да, я не могу поверить в это. Но тебе удалось. Я верю, что смогу дать несколько кредит за твой героический поступок. Поздравляю. Ты заработал город почти 425 кредитов. Это город благодарит тебя. И наконец несколько смурты, чтобы указать тебе свою признательность. Эй, ты на самом деле выглядишь как отличный работник. Ты знаешь, что город расширяет, как только мы достигнем 100 тысяч кредитов. Может быть, тебе стоит поискать еще работы? Я не могу найти, не ненавижу работать, а как насчет паразитов? Увидимся. Окей. Ну, босса, в принципе, мы одолели. Посмотрим, может, еще даже кого-то сможем найти. Привет. Добро пожаловать в закусочную Скейнберри. Какую закуску вы бы хотели? Жареный канальный сорняк, жареный смокофел. Я хочу пообщаться. Поболтать, конечно, но мне мало времени. Есть закуски для продажи. Что вы знаете о конфетах? Паразит вкусным, малыши, если хотите знать. Я бы не прочь продать их. Но прежде бы их обнаружил, и они получились бы красивыми и хрустящими. Принеси мне одного, если найдешь, ладно? Конечно. Он имеет в виду вот это? Или что он хотел, чтобы я принес? Нифига себе, город стал ошибленный. На этот раз город на ту... Так, буроловая. Пойдемте сюда. О, тут что-то, оказывается, было. Фильмец. Ага, так, здесь мы были. Оказалось, что город намного больше. Ау, чувак, моя радиостанция не работает. Никто не сможет слушать мое радио, я не знаю, что происходит. Я постоянно слышу эти странные звуки с крыши.
Мэрия. Ого. Я думаю, шум прекратится. Возможно, мое радио работает снова. Так, что там делают паразиты? Вы имеете в виду кнефты? Я мало знаю об этом. Возможно, вам стоит поговорить с Уберхенко. Что мог... Так, где я могу их найти? Я не знаю, вон. Я просто здесь работаю в качестве радиоведущего. Радио Декстер, оставайтесь свежими. Спасибо, вы мне так очень помогли. Всем привет. Привет всем, добро пожаловать в студию Радио Декстер. Радио Декстер, оставайтесь свежими. Так, ладно, давайте в эту трубу поедем, посмотрим, что здесь будет. Привет, добро пожаловать в Оксидос. Купить. Защитная шляпа. Я лучше насобираю для прокачки своей этой пушки. Автобус. Типа я сюда только попала ради того, чтобы... Ну, получить посылку, так? Получается так? Или тут типа зациклированные? Не, не зациклированные. Ну ладно. Я думал, может быть, я вдруг сюда смогу попасть. Что мне мешает упасть с той стороны? Так, буровая. Я могу пойти в буровую, в принципе. Так, новости. Вы ищете работу, Вум? Да. Как насчет доставки газет? Я дам вам 9 миллионов кредитов, если вы все сделаете правильно, Вум. Что скажете? Рад слышать это, приятель. Я дам вам костюм доставщика. Я слишком занят, чтобы давать инструкции, поэтому поговорите с Питером в другой комнате. Понял. Вот ваш костюм. Привет, это твой первый день. Босс, вероятно, слишком занят, чтобы дать тебе на необходимую информацию, так что я сам дам тебе лучше объяснить через минуту. Но сначала... Сколько газет, по вашему мнению, можно доставить в центр в течение... News? Не в апартамент минут. В
порядке. Мы можем... Так, мы не хотим тратить бумагу, поэтому постарайтесь задавить их все. Я сейчас начну печатать их. Это хороший совет, если ты хочешь заработать еще больше смертов при доставке газет. Вам очень нравится, когда ты делаешь трюк при броске. Чем выше ты бросаешь газеты, тем больше смертов сможешь получить. Ну, конечно, самое трудное — это попасть газетой прямо в цель. А, газета готова. Помни, что таймер запускается, как только ты покидаешь здание. Удачи! Вы же не хотите сказать, что я должен именно сейчас это делать? Нихера не понял. Какое здание покину? Я чисто просто понимаю, что я прыгаю и стреляю. Мне кажется, если бы я еще арестовал челика при этом. Да блин, попадись ты. Так, окей. Все. А, ты закончил доставку всех бумаг? Отдай все костюмы доставки, чтобы я мог проверить данные. Где же ты доставил Universe... газеты в Universe 1? Это не страшно. Молодец, приятель. Ах, и вот кое-что, чтобы мотивировать вас, чтобы вы пришли снова.
Эй, рад видеть, что ты вернулся. Похоже, ты начинаешь наслаждаться доставкой газет, так? Сколько газет, по вашему мнению, можно доставить в мэрию в течение уже печатаем? Окей, давайте я дождусь. Хотя... Надо дождаться утром. Ну, плевать, ладно, побежали. Как говорится, деньги не пахнут, поэтому... Он типа с баяном, да, или типа, что, типа того был? Я успеваю все раздать. Что-то мне больше монет не дают. А, все? Как-то я на этот раз очень быстро это сделал. Не так ли? Вор сейчас сам убежал. Так, я, кажется, сюда, да, чтобы тогда приходил. Ну, блин, а зачем ты обратно поехал? Я путаюсь, слишком много вумов. А, ты закончил, доставай костюм. Ах, а вот кое-что ты мотивировал вас, чтобы вы пришли снова. Ну, не очень много, но... мне надоело. Не хочу. Ладно, давайте на этом тогда закончим, потом продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.